Продолжаем выпуск. Начался онлайн-прием документов выпускников 9 классов общеобразовательных школ на 2020-2021 учебный год в академические лицеи при республиканских высших образовательных учреждениях. Для удобства родителей был создан специальный телеграм-канал, обобщающий информацию обо всех академических лицеях республики. По этому каналу через официальные страницы академических лицеев можно будет узнать официальные страницы академических лицеев в нашей стране и подать документы онлайн по выбранным направлениям. Документы, кстати, будут приниматься до 30 июня.